Привет, с вами Жиган Лимон, это я, а он Александр, барабанщик группы Рао Марики. В чем смысл сегодняшнего видео? Перед вами сейчас сидят два барабанщика, только один из них в мечтах, а второй действующий. И сегодня будем обучаться игре на барабанах. Скажу от себя, что я держал лишь палочки в руках, когда служил в армии и пытался вести строй. Сегодня Саня будет показывать мне какие-нибудь интересные биточки, а я буду повторять их. Я тебе, когда ты делаешь палочку так вот, обхватывая всеми пальцами, должен слышаться такой шлепочек. Представь, что ты кидаешь мячик теннисный. Палочка должна отскочить обратно. Не рукой, а палочка сама отскочит. Всем спасибо за просмотр, пока. Давай, чё? Так как ты шутник, обязан тебя научить. Да всё, я уже даже понял. Отбивочку! Да, я уже даже понял. Итак, стандартная шутка про мужской половой орган. А? Анекдот расскажи. Анекдот, короче. Пошли Пупа и Лупа деньги зарабатывать, но в бухгалтерии что-то перепутали. И Лупа получил зарплату за Пупу, а Пупа за Лупу! Давай, начинай с чего-нибудь легкого. Что я смогу повторить? В самый первый день, когда я пришел на учиться на играть на барабанах, мне показали самый простой ритм, и я его сходу повторил. Думаю, Саня повторит его тоже. Элементарно. Правая рука играет одновременно с ногой, а потом одновременно с левой рукой. Подожди, ну чтобы бить ногой, я должен нажимать на педаль, правильно? Вот сюда? Да, и приподними пятку. Пятку. Пятку, блядь! Пятку, блядь, вот так. Вот так. Да. А, все. Насос, почему правда, так? Росла? Почему ты сложно? Так сильно? Так ногой не все время. Это же так просто! Почему я не могу сделать это? Точка. Только его надо нажать, тупой жиган, хулиган, бля. Свэк. Пошёл я, короче. Легко. Усложняем задачу. Сила. Усложняем задачу. В каждый барабан мы бьем по 4 раза. Бля, вот видишь, у меня проблема, вот только добавилась нога, все, я сломался. Пёр кардан, думал, здесь он сейчас нормально будет играть. А ты рассчитывал, что я здесь тебе повторю, там типа... Да, сейчас, да, да, левая, это повторяется. Да. На третий раз левая опять бьет. А я сейчас все замучу, отойди, ты мешаешь. Не, подожди, я вначале пойму здесь. Салют, это Макс. Он вышел, пошел кушать. Да.
вообще самую малость, если дадите постучать, я давай не против. Я хреново барабаню. Сейчас исполню самую трудную партию. Из тех, которые... Не, я сейчас обосрусь. Нет, 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 обязательно. Из тех, нет, обязательно. Из тех, которые в вашем репертуаре на концерт. Вот что, вот во время концерта, когда ты больше всего задрачиваешься, вот этот момент. Больше всего задрачиваюсь в конце песни. Ну, где идет какое-то окончание там. Мы закончили. Я, наверное, чему-то научился. Спасибо за просмотр. Если у вас есть еще свободное время, посмотрите другие видосики. Подписывайтесь и слушайте группу Раума Рики, где этот парень барабанит. Ссылка в комментариях. Не будет? Нет, тут не будет, а будет в комментариях. Я умею. Он сказал, что я не умею. Ссылка на экране.